Один рефрижератор, представитель капстраны, попался раз в ужаснейшую вьюгу. А в миле от гигантов поперек морской волны шел ботик под названием Калуга. Да что ж вы, ботик, потопили гады? Был в нем старый патефон. Фотография идет в пехе и курительный салон. Ой, а фотография едет в вехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстран, он протаранил ботик молчаливо. На таре из-под шина лишь виднелся капитан хорошего армянского разлива. Да что ж вы, ботик, потопили гады? Был в нем старый патефон. Фотография Шульженк главы. Опа! И курительный салон. Фотография Шульженк главы. Ой! И курительный салон. Do you speak English? Гады! Капитан кричит седой. Француженка, быть может, мать твоя. А может быть, вы все уже давно шпрехензи дочь. И судно отвечает. Да что ж вы, ботик, потопили гады? Был в нем старый патефон. Фотография пригвоздена не. И курительный салон. Советское правительство послало документ и набило ракеты на балбесов. А ботику поставили огромный монумент, которым ведь гордится вся Одесса. А ботику поставили огромный монумент, которым ведь гордится вся Одесса. А внизу маленькими золотыми буквами написали: «Да что ж вы, ботик!» Потопили гады. Был в нем старый патефон. Фото, да блин, дошли ледоны. И курительный салон. Ой, а также фото Пугачёвы, алый любимый наш. Опа. И курительный салон.